Для опыта нам понадобится шарик, шерстяная кофта и лист бумаги. Для начала нужно натереть шарик и шерстяную кофту. Таким образом он получит отрицательный электрический заряд. Следом опустим шарик на лист бумаги. Из-за разности в зарядах лист бумаги притянется к шарику, и мы сможем поднять его. Таким образом мы доказали существование статистического электричества. Цель достигнута, опыт удался.